Так, ребят, всех приветствую. Ну что, третья часть. Нашел я таки, где построить можно кровать. Так что давайте попробуем построить и обустроить комнатку. Не знаю, не сильно ли много я места буду занимать, строя такую здоровую комнату. Ну, что не сделаешь ради, как говорится, ради друга. Так, вот оно, по-моему, находится у нас вот здесь. Да. Здесь находится кровать. Давайте построим и поставим кровать. Я даже не знаю. Даже не знаю, как поставить кровать. Так, чтобы было удобно и много места не занимало. Так, как вы думаете, может сюда? А возле стенки мы поставим, к примеру, стол ему. Стол, стул, мебель там всякую остальную. Да? Да, давайте сюда. Давайте смотреть. Так, что у нас еще есть? Что у нас с вами еще есть? Так, назад. Улучшение базы. Давайте смотреть. Генератор. Нет, не то. Нет, не то. Мебель. Кто это такое? Качество воздуха. Улучшение базы, качество воздуха. А чего у нас не хватает? А, у нас закрыто оно. Хорошо. Так, назад. Доступные постройки. Давайте смотреть. Уют союзников. Уют союзников, уют союзников. Так, стол, стол, стул. Так, стол. Давайте поставим ему сюда стол. Как-то вот так, наверное. Да. Отлично, поставим сюда стул ему. Давайте, наверное, куда-то сюда стул ему. Не, давайте вот такой. Все, отлично. И где-то здесь я видел, у нас лампы, да, по-моему, были. Где-то у нас были здесь лампы с вами. Я видел. Так, телек. Ну, это пока не сильно жирно. Для телека пока не сильно жирно. Вот лампы. Настольную лампу, настольную лампу. Настольную лампу давайте поставим вот сюда ему. Ну все. Все. В принципе, мы закончили. Так, слышь? Иди сюда. Я тебя обрадую. Я тебе кровать поставил. Что случилось, Игорь? У меня для тебя есть кровать. Потренироваться. Так, исключить команды. Показать снаряжение. У моих спутников будет гораздо больше шансов успешно завершить операцию, если вы дадите им подходящее снаряжение. Поменяемся, Оливер? Так, Конечно. давайте Как скажешь. посмотрим. Давайте посмотрим. Что мы можем им дать? Спирт. Использование оружия нет, использование брони нет. Ага. Так, адреналин. Ладно. Что случилось, Игорь? Ладно, пока мест у нас нет оружия. Слушай, Давай может, потренируемся. поучишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Да, давай. Точность. Давайте в точность тренироваться. Потратить одну очку на кого. Да, Отлично. давай. Тогда начнем. Иди за мной. Давай, пошли. Надеюсь, мы не будем сейчас тратить наши патроны. Так, соберись, Игорь. Стреляй только по моей команде. Понял? Понял. У тебя 5 пуль и 5 целей. Стой ровно, но колени расслабь. Взгляд на мушке. Каждый патрон на счету. Готов? Готов. Огонь! Так, давайте смотреть. Раз. Стой прямо. Два. Стою. Ноги на ширине плеч.
Слегка согни колени для устойчивости. Так, насчет стрельбы. Идеально. Надо же, профессор. Мы из тебя еще вырастим, партизана. Спасибо. Все? Мы теперь с вами точные. Так, приобретя новую способность. Давайте смотреть. Да. Меткость есть у нас. Отлично. Теперь понял, как качать. Хорошо. Так, карта, навыки, рецепты изготовления. Ага, инвентарь. Ага. Так, а давайте попробуем теперь пойти поспать. Интересно, будет ли спать наш чел в кровати, либо будет опять на полу. Сейчас как раз и проверим. Так, заходи. Так, что это такое? Чертежи. Арианды. Это кто такой? Непонятно. Вы уверены, что хотите закончить день и пойти спать? Да, хочу. Сейчас как раз проверим, будет ли спать с нами вместе или нет. Так, день третий, убежище. Ну да, вроде... Вроде написала, то есть вроде не писала то, что он спал на полу. Ну все, и отлично. Перегородку. Давайте, наверное, закончим с его перегородкой. Где тут наша перегородка? Где тут наши перегородки? Так, давай ставим вот сюда. Ну. Раз. И хотя, наверное, давайте вот так. Все, отлично. Отлично, теперь у него есть своя маленькая уютная комната. Дверки, конечно, здесь нету, но уж извиняйте. Говорится, что есть, то есть. Так, давайте дальше смотреть, какое задание мы с вами сможем выполнить. Принято, носорог один. Действуйте согласно приказу. Все чисто, прием. Вас понял, синяя птица. Направляемся к цели. Конец связи. Пытаешься сойти за своего? Опасную игру ты затеял, Оливер. Я знаю, что делаю. Давно выучил их позывные протоколы. Своего врага нужно знать. Так, отчитать его, одобрить план. Да, давайте одобрим. Хитро. Надо использовать любую возможность обыграть нар. Согласен. Я не умею взламывать шифры. Зато умею взламывать людей. А с алгоритмом шифрования НАР отлично справляется и эта радиостанция. Я узнал кое-что, что может тебя заинтересовать, Игорь. НАР отправляет команду за архивами КГБ. Может, это как-то поможет тебе в поисках? Маловероятно. Но там наверняка что-то важное, раз уж они посылают целую команду. Мысли мои читаешь. К тому же под санаторием Изумруд, кажется, есть какой-то советский комплекс. Я знаю, где это. Там был летний пионерский лагерь. Дети там отдыхали и играли на свежем воздухе. Угу. А КГБ тем временем играло в свои игры прямо под ними, под землей. Я проверю. Нельзя упустить шанс узнать что-нибудь о Татьяне. Только без фокусов там, ладно? Удачи тебе, Игорь. Спасибо. Удачи так удачи. Так, здесь что, мы можем что-то закончить? Не? Походу нет. Ну и ладно. Давай, пошли. Пошли выбирать задание. Ага, здесь мы были. Рыжий лес. Так, нам нужно, наверное... Не, охота на чудовище пока мест нет. Поставка оружия и боеприпасов. Так, поставка припасов в Припять. Угу. Давайте, наверное, начнем по порядку. Может, в рыжий лес сходим? Давайте в рыжий лес сходим. Так, расстроен. А чё ты расстроен, братюнь? Слышь, братюня, ты что расстроен? Что случилось? Я не хочу с тобой разговаривать.
Показать снаряжение. Может, можем что-то ему помочь? Патроны для дробовика, патроны для винтовки. Так, одноразовый шприц с лекарством содержит. Давайте разделить. Давайте одну штуку отдадим ему. Не, нельзя. А, ему нужно оружие дать, понял. Хорошо, ладно, ладно. Нет, так нет. Пошлите туда в рыжий лес. Начать миссию. Уверен, что хотите начать миссию? Да, уверен. Идемте. Как раз надеюсь, он успокоится. Ты гляди, какое. Какая цаса. Не хочу, Варис, с тобой разговаривать. Ну, если я что-то делаю не так, мог бы и сказать бы, правильно? К чему вот эти вот молчанки? Так, день третий, рыжий лес. Ага, хорошо. Давайте попробуем. Попробуем что-то с вами тут найти. Так, по миссиям мы, конечно, пойдем, сходим, да, но давайте сначала посмотрим, что прячется у нас. Это что такое? Так, ребят, прекращайте. Прекращайте, прекращайте. Ага, не могу, да, переместить в слот какой-то? Ладно. Так, здорово. Ага, это эта штука фонит. Понял. Это фонит, эта штука. Блин, как же ж красиво. Реально, как же ж красиво. Надеюсь, здесь монстров нету. Надеюсь, нет монстров. И мы с вами спокойно залутаемся. Будь со мной, Игорь. Я рядом. Да я тоже, в принципе, недалеко. Так что не переживай. Посмотри на меня. Посмотри вокруг. Посмотри на меня и делай, 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 как я. Я жду. Пожалуйста, поспеши. Поспешу, не переживай. Поспешу, не переживай. Но нам нужно залутаться. Единственное... Я так не могу. Сколько несчастных погибло в таких ямах. Неужели я одна из них, Игорь? Неужели от меня остался лишь череп с дыркой в затылке? Жесть. Так вот, о чем я... Единственное то, что я не понял... Ага, а ты под землей, да? Единственное то, что я не понял, как мне по поводу еды? Нужно ли туда готовить? Либо не нужно. Так, а как мне к тебе пробраться? Ты кто? Кто ты? Как к тебе пробраться? Так, фонарик. Фонарик, фонарик, фонарик. Так, надеюсь, тут без бабаек, да? Так, взрывчатка. Ага, ага, ага. Чтобы здесь пройти, нам нужен определенный предмет. Попробуйте изготовить его в мастерской. Понял, понял. Хорошо. Значит, не пройдем. Ну и ладно. Крыцано и ладушки. Давайте искать, значит, обычные предметы. Так вот, по поводу еды, я без понятия, нужно ли готовить, нужно ли ставить кухню. И будут ли наши челики тоже вместе с нами готовить. Что? Чего? Так, экипировать. Так, что случилось? Привет. Что произошло?
тебе никогда ее не найти. Уходи отсюда. Твою ж. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня. Так, Санек в порядке. Санек просто лег поспать, так что не переживаем за Санька. Ага, я вижу, куда нам нужно отправляться. Идемте, наверное, сразу заберем. Идемте, наверное, сразу заберем. А потом пошаримся просто по локации. Тихо. Тихо. Ага, видите, да? Вы тоже, да, его видите? Так, белые розы, будем ли мы его с вами сейчас лускать? Может, ага, вот оно идет, вот оно идет. А ты что, на нас прямо идешь? Братиш, а оно тебе надо? Надо бы пойти отлить, что ли. Слышь, я тебя сейчас отолью. Сейчас я тебя отолью. Так, иди-ка ты сюда. Писюньковый ты злодей. Все, спокойной ночки. Спокойной ночки. Он у нас отдыхает, он у нас спит. Так что не переживайте, ребят. Все хорошо. Так, дай-ка мне, пожалуйста, прибор. Давайте посмотрим, что тут еще есть интересного. Ага, вижу вдалеке челика. Вижу вдалеке челика. Ну, компоненты нам по-любому нужны. Сами понимаете, базу нужно отстраивать. Тихо, 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 тихо. Дай, ну, не рассказывай, что ты меня видишь. Успокойся. Крица, успокойся. Только не ври, что ты меня видишь. Сейчас бы еще понять, сколько я здесь их человек. Чтобы не опростоволоситься. Не знаю, что ты делаешь. Так, давайте, наверное, подождем, пока миссия он подойдет сюда к нам обратно. Здесь мы его и положим отдыхать. Так, надеюсь, мы в кустах. Да. Давайте, как там у ББшки, 15 метров от кустов. Говорится, и можно стрелять. Интересно, чем там моя женушка сейчас занимается? Тусуется, пойди, со своими конченными дружками-хипстерами. Да, по-любому. Нет, тебя сидит, ждет. Так, сейчас он сюда будет проходить. Сейчас мы его тут и примем. Ты же меня не видишь, я в кустах, правильно? Правильно, ты меня не видишь, я в кустах. Все, молодец, умничка. Иди-ка сюда. Все. Спокойной ночки, да. Отдыхай. Отдыхай. Молодец. Все, умничка, умничка. Очередной, кажется, наш враг лег поспать, так что не переживайте. Тихо. Ты меня глюкнула, Леша? Так, как к тебе сюда пробраться? Алло, алло, как пройти? Ага, вот. Понял. А тут отмычка, да, наверное, нужна? Нужна отмычка. Да твою ж. Блин, давайте, наверное, как-то... Так, соберемся, создадим отмычку.
Интересно, можем ли мы создать отмычку сейчас? Рецепт изготовления. Так, лаборатория. Ага, ага, инструменты для строительства. Рабочий стол. Так, столярные инструменты, которые можно резать дерево и... Ага. Так, отмычка, 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 отмычка. Так, стены, понятно, мебель, электроника. Так, выращивание растений, о! Рассада зелени, рассада грибов. Вот это вот мне нравится, надо будет посмотреть, где у нас она находится. Комод, стеллаж, изготовление брони, оружейное дело. У нас вроде все для этого есть, но я хочу понять, где мы аптечку, эту отмычку мы должны с вами сделать. Непонятно, непонятно. Ладно, идемте дальше лутать. Вот это я без понятия, у нас с вами есть еда вообще, в принципе, или нет? И сможет ли наш персонаж откиснуть полностью? И мы будем начинать все заново, или нет? Так, здесь тоже, да, отмычка нужна? Отмычка первого уровня. Окей, окей. Тогда давайте долутаем все, что осталось. Пошлите домой и попробуем разобраться, где мы будем с вами делать отмычку. И придется потом сюда возвращаться обратно. Но в инвентаре у нас нету, да? Отмычки. Что это? Примитивная броня. Использовать. Все, отлично. У нас с вами есть броня. Угу. Состояние психики, состояние здоровья. Первое уровня. Ну ладно, хоть какая-то броня есть. Хоть что-то у нас с вами есть. Тихо, тихо, ты чего? Ты чего так сидишь? Ля? Заговорился. Заговорился и не заметил челика. Все-все-все, хорошо. Сиди, отдыхай. Сиди, отдыхай. Я буквально на 2 секунды. Так, а что у тебя в сумочке здесь есть? А ну покажись. Хорошо, хорошо. А, можно поговорить? О, еще один замечательный покупатель! О, здорово! Можно заключить лучшую сделку в своей жизни. А, ну давай. Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, милостивый государь. Торгую тут со времен развала СССР. Кроме того, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Похоже, ты много где побывал. О, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле. Где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи. У меня Путин, Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? А Стив Джобс? А? Да-да-да-да-да, он тоже. Конечно. Ну да ладно. Деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? Так, обменять пайки на снаряжение, обменять снаряжение на пайки. Обменять снаряжение на пайки. Ты что-нибудь покупаешь? Конечно. На самом деле мне много чего нужно. Так, угу. Получить 2 ПК за примитивную броню. А давайте, она нам в принципе и не нужна.
О, отлично. Так, закончить. Думаю, я пока наторговался. Так, обменять пайки на снаряжение. Ладно, а да, давай посмотрим. Плечи. Покажи, что у тебя есть. Получить 2 фильтра за 1 паёк. Ага, ага. Не, такое нам не думаю, надо. Я пока наторговался. Так, я поговорить. Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя? Татьяна. Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, 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 друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекко, только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля. Удачи. Он мне напоминает Джея из Молчаливого Боба. Тоже такой, я управляю, говорит, этим всем. Так, ладно. Удачи твоей империи, Атлант. Давай, Атлант, удачи. Спасибо, но удача мне ни к чему. Я буду называть тебя Джей. Так, что у тебя здесь есть, Джей? А ну расскажи. Про честь. Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может встретиться с ним и спросить про Татьяну? Возможно, но не сейчас. Так, мы давайте долутаемся, отправляемся домой. У нас есть с вами паёк, это хорошо. С вами сегодня, как говорится, сможем покушать. И давайте, наверное, найдем, как мы сможем, блин, найти отмычку. Нам нужна отмычка. Как делать отмычку, честно, я без понятия. Надо будет ли разбираться, либо самому посмотреть, как сделать отмычку. И уже возвращаться, потому что без отмычек очень плохо. Много предметов мы с вами оставляем. Просто не хочется, знаете, построить что-то пока месть. Ой, ё-моё. Ё-моё. Вот это я побежал. Не хочется построить пока месть что-то лишнее. То, что нам не надо. На нашей базе. Что на нашей базе изначально нужно делать? Еда, вода, кровать, правильно? Ночлег. Все остальное, я думаю, бессмысленно что-то делать. Так, радиация, здоровье. Ага, 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 состояние. Окей. У нас, конечно, есть ствол, и мы можем их завалить, но я думаю, не стоит этого пока не сделать. И жалко то, что нельзя, к примеру, то, что ты построил, разрушить. Либо можно. Тут тоже еще пока место непонятно. Так, что тут есть? Кто тут есть? Никого, да? Да. Угу, угу. Радиация. Понял, понял, понял. Радиация нам не надо. Ладно, давайте, наверное, отправляемся домой. Отправляемся домой. Блин, ну вот это вот полуфен, полу непонятная штука, которая позволяет нам путешествовать в пространстве, так сказать, и времени. Мне очень нравится. Так, привет. Поставка продуктов. Угу. Тревожится. Хорошо. Перейти к раздаче пайков. Так, давай-ка, наверное, целый пайк. У нас с вами 2 пайка есть. Давайте, наверное, по половинке пайков, да? Хранится произведено. Угу. Такая же порция, как и у Игоря. Да, давай, поделимся. У нас с вами очень плохое состояние психики, да? Могут понизить уровень вашего психического здоровья. Если он упадет до нуля, стресс начнет наносить физический урон.
Восстанавливается на базе во время еды. Кроме того, на него также влияют, также что-то там влияет. Окей, окей, давайте, наверное, поспим. Давайте. Похоже, есть минутка. Да, есть. Ты о чем-то хотел поговорить? О ком-то. Ты знал, что у Антона есть дочь? Даша. Боже. Он много о ней не рассказывал, хоть мы и дружили. Я иногда задавался вопросом, почему он не тратит деньги на выпивку и женщин, как остальные. Он откладывал деньги, чтобы обеспечить ей будущее. Образование, все такое. Хотел, чтобы ее жизнь сложилась как надо. Для себя я решил, что позабочусь о ней, когда мы здесь закончим. Но никогда не знаешь, как все сложится, верно? Поэтому я хочу попросить тебя о серьезном одолжении. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты нашел Дашу и отдал ей мои деньги. Пожалуйста. Оливер, не надо так говорить. Когда мы совсем разберемся, ты сам все это сделаешь. Нет, мне нужно, чтобы ты пообещал. Антон это заслужил. Я обещаю. Так, обещаю, по-любому обещаю. Так, давайте попробуем поспать. Давайте попробуем поспать. Может, нас отпустит. И, наверное, давайте найдем, где мы можем построить с вами еду. Чтобы хотя бы грибы росли, или, не знаю, там, хоть какой-то салат. Так, ага, это что такое? Это глюки, да? Да пойми ты. Это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний. Выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным. Слишком абсурдным. Понял. У нас с вами началась белка. Глупцы. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Так, идемте к последней. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. Но мы, походу, не смирились, да? Я так понял. В жопу, комитет! Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов. Проснись, Игорь, проснись. Таня, это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, первая зацепка. Когда найду больше, так, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. Угу, это у нас зацепка. Хорошо, так, ребята, заметка. Нас не отпустило. Мне нужны еще подсказки. Фильтр для противогаза, патроны, где наша еда? Еда, еда, еда. Так, успокоительное использовать. Во, нам стало легче чуть-чуть. Хорошо, я надеюсь, нам этого успокоительного хватит, пока мы не построим с вами свое место, где мы сможем выращивать еду. Так, давайте смотреть. Так, улучшение базы. Улучшение базы. Что там дальше? Инвентарь. Игоря, а различные объекты и устройства. Так, для создания предметов.
Для создания предметов. Дальше у нас оружейное дело, изготовление брони. Ячейки для хранения, в которых вы сможете держать снаряжение, необходимое, если вы создаете или соберете много вещей. Ага, это нам тоже понадобится. Вот, выращивание растений. Давайте выращивание растений. Рассада овощей, рассада грибов, рассада зелени. Не знаю, стоит ли нам выращивать это на полу. А давайте посмотрим, в комнате мы сможем выращивать нашего челика или нет. Да, сможем. А если мы поставим вот так? И сюда грибочки еще поставим. Так, раз. А тут грибочки. Так, все, хорошо. Так, достигли нового уровня. Отлично, но нам нужен свет, я так понимаю. Правильно? Так, давайте смотреть, где у нас есть лампа. Так, растите, хотя бы грибочки будут. Так, 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 так. Ага, вот сюда. Так, освещение. Так, куда мне освещение? А у нас закрыто освещение. А что для этого нужно? Что нам нужно для освещения? Так, ага. Мощность, хорошо. Ладно, давайте смотреть еще. Давайте еще смотреть. Так, высадка грибов. Инструменты для строительства, для которых позволяют разработать другие наборы строительных предметов. Они нужны, чтобы создавать более продвинутые предметы. Окей, окей. Но у нас с вами он есть, да? Да, вот он за столик. Правильно же я понимаю? Ну да, у нас уже с вами есть. И как нам тут создавать? Может, я что-то как-то неправильно сделал? Может, не туда поставил? Ладно, ладно. Угу. Так, мощный лазерный луч позволяет резать прочные материалы, что делает возможность создавать устройство промышленного уровня. Так, куда мы его поставим? Куда мы с вами его поставим? Давайте, наверное, куда-то вот сюда, либо сюда влезет. Не, сюда не хочет. Просто не хочется разбредаться полностью по всему, так сказать, нашему погребу. Чтобы у нас все было все красиво. Ну, давай. Давайте попробуем. Раз, два, три. Хорошо, отлично. Давайте смотреть. Это у нас все не работает, потому что у нас с вами нет тут питания, или это просто сделали, чтобы было. Хорошо, что мы сможем еще с вами сделать? Давайте смотреть, давайте тут смотреть. Так, не, кроватки нам не нужны. Генераторы. Построить генератор. Давайте попробуем генератор с вами сюда поставить. Давайте сюда попробуем поставить. Как раз у нас место с вами есть, правильно? Все, отлично. Все, работаем. Свет вроде больше не мигает, правильно? Да, свет вроде больше не мигает. Отлично. Есть один генератор. Что у нас по поводу растений? Растут ли они? И как мне их собирать? Как понять, что у нас все хорошо, все вкусно?
Непонятно. Так, воздухоочиститель. По-любому нам нужно будет здесь воздухоочиститель поставить. Давайте, наверное, ребятки, как поступим. Я сейчас попробую разобраться, как сделать мне отмычку. Посмотрю, что здесь еще можно будет построить, поставить. Вот тогда уже и подрублю запись. И сходим, долутаем полностью все наши места. Потому что нам нужна и еда, и броня, и все остальное. Так что все. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока-пока и до следующей серии.